Прежде всего, я должна поблагодарить Людмилу Олеговну, которая обратила мое внимание на то стихотворение Октавио Пасса, о котором пойдет речь ниже. Именно благодаря ей в небольшую коллекцию живых камней Латинской Америки, которую я в рамках нашего проекта собираю, попал этот текст, построенный в том числе и на идее метаморфозы и взаимодействия воды и камня, и очень подходящий для того, чтобы поговорить о нем на нашей конференции. В стихотворении «Ветер, вода, камень» «Viento, agua, piedra» великого мексиканского поэта Октавио Пасса, получившего, напомню, в 90-м году Нобелевскую премию за страстное творчество, отмеченное чувственным умом и бескорыстным гуманизмом, три природных элемента – вода, камень и ветер – взаимодействуют и взаимоопределяют друг друга. Запускается круговорот, в котором слабые, на первый взгляд, элементы могут подчинить сильные. Элементы могут соединяться и исчезать под влиянием друг друга. Они разделены, и они едины. Пасс кристаллизует идею, которая, конечно, вызывает в памяти древнегреческую натурфилософию и стихии первопричины, например, у Гераклита, у которого огонь, воздух, вода и земля взаимопереходят друг в друга, образуя цикл взаимопревращений. Огонь сгущается в воздух. Воздух превращается в воду, вода – в землю. В пересказе Филона Александрийского это звучит так. «Элементы мира путем взаимных превращений, что удивительно, как будто, умирая, становятся бессмертными и вовеки пребывают, постоянно обмениваясь вдоль одного и того же пути – вверх-вниз». Этот тысячелетний фундамент дает чеканным строкам Пасса значение непреложного универсального закона. Стихотворение, об этом я еще не сказала, а это очень важно, посвящено другому знатоку загадочной природы камня, французу Роже Каюа, автору книг «Камни», «Письмо камней», «Размышления о камнях». Он был другом Октавио Пасса, его переводчиком на французский. Знакомы они были с 40-х годов. Это небольшое стихотворение, 16 строк, в рамках которых мы и будем с вами путешествовать, написано размером, который в испанской традиции называется восьмисложником. Он не рифмован, а четвертая строка каждого катрена укорочена, она шестисложна. Но если вы прочтете, попробуйте вслух или потом вслушайтесь в звучание этого текста, увидите, что это скорее трехсложник с хореическим рефреном. Я подготовила для вас текст стихотворения с шестиречной разметкой. Там отпущены только артикли, чтобы синтаксическая и морфологическая структуры были хорошо видны. На обратной стороне хендаута, как многие заметили, уже приведены два практически дословных перевода. На английский он выполнен Марком Стрэндом, известным американским поэтом и переводчиком, другом Бродского. Он умер в прошлом году. И русский перевод, который нашелся на просторах интернета. Послушаем, как автор читает свое стихотворение. Viento, agua, piedra. El agua orada la piedra. El viento dispersa el agua. La piedra detiene al viento. Agua, viento, piedra. El viento esculpe la piedra es copa del agua, el agua escapa y es viento. Piedra, viento, agua. El viento en sus giros canta, el agua al andar murmura, la piedra inmóvil se calla. Viento, agua, piedra. Uno es otro y es ninguno. Entre sus nombres vacíos pasan y se desvanecen agua, piedra, viento. В первом четверостише, как в детской игре камень, ножницы, бумага, элементы по очереди побеждают. Вода – камень, воду – ветер, ветер – камень. El agua orada la piedra, el viento dispersa el agua.
La piedra detiene el viento. Вода точит камень. Ветер рассеивает воду. Камень останавливает ветер. Круг замыкается, и четвертая строка каждого катрена – это сочетание трех элементов, их перебор. Вода, ветер, камень. Камень, вода, ветер. Ветер, вода, камень. Вода, камень, ветер. По-испански эти три существительных совпадают фонетической структурой. Это двусложные слова с ударением на первом слоге. Слова меняются местами, ритм остается. Agua, viento, piedra. Piedra, viento, agua. Viento, agua, piedra. Agua, piedra, viento. Повтор усиливает слово. Из 50 полнозначных слов стихотворения больше половины – это повторение трех заглавных элементов. Каждое повторено по 9 раз. Стихотворение не рифмовано, но в первом и втором катрене появляется тавтологическое подповторение, опоясывающее в первом случае «пьедра, пьедра», перекрестное во втором «ауа, ауа». Но рифма, как написано и Кобсону в великой работе «Лингвистика и поэтика», это всего лишь частное, хоть и наиболее концентрированное проявление, гораздо более общей, даже фундаментальной особенности поэзии, а именно параллелизма. Текст Пасса, конечно, построен на параллелизмах. Он чрезвычайно урегулирован метрически. Та-та-та-та-та-та-та-та. Нет пропусков. В первом катрене первые три строки полностью соответствуют друг другу как синтаксически, так и морфологически. Три глагола сказуемых, трехсложные. Орада, дисперса, детьене. Они совпадают по времени и числу. За ними следуют дополнения. Те же самые герои – камень, вода и ветер. Во втором катрене синтаксический параллелизм сочетается и отчасти сменяется в центре строки фонетическим. Эскульпе, эскопа, эскапа. Одна гласная сменяется другой. У, о, а. Как переходят вода, камень и ветер. В этих трех строках триумф тенденции к приравниванию, уравниванию компонентов на разных уровнях. Слова притягиваются друг к другу, возникает параномасия, встреча созвучных, но разных по смыслу слов. Как слова притягиваются по сходству, так и наши компоненты, вода, камень и ветер, становятся чем-то единым. Элементы продолжают взаимодействие. Ветер, который был остановлен камнем в первом четверостишии, может его менять. Он его скульптор. Обратите внимание, что в испанском камень женского рода, и во взаимодействии ветра и камня возникает и непередаваемый по-русски эротизм. Камень и вода могут соединиться. Не только вода точит камень. Да, это строка «La piedra escopa del agua» – «Чаша», об этом мы уже думали сегодня. Камень – чаша воды. Движение воды становится ветром. Здесь уже не разрушение, как было выше, «el viento dispersa el agua», а превращение, метаморфоза. В третьем катрене олицетворенные ветер, вода и камень показаны через звук. Могут ли их голоса слиться в едином хоре? Ветер поет в вихрях, вода шепчет в своем движении. А камень? Камень замолкает. Обратите внимание на глагольную форму в третьей строке третьего четверостишья. Секая, la piedra, секая. В переводах stone is quiet, камень молчит. Но это далеко не единственное прочтение этого испанского глагола. Однозначно было бы, если бы по-испански стояло «está callado» – глагол «быть» плюс причастие, который выражает состояние, являющееся результатом уже завершенного действия. Перед нами либо возвратный глагол, либо глагол «callar» с «se ético», так называемым, то есть «se», передающим направленность действия на субъект. По-русски мы сказали бы «молчит себе». Это один из возможных переводов этого. Другой вариант перевода, который кажется мне намного более красивым, это
инхуативный перевод. Каярсе означает замолчать. Это глагол, показывающий начало действия, вступление в новое состояние, начало непредельного процесса. Камень замолкает, его молчанию предшествует что-то. Что? Стихи нам не говорят. В этой строке, 11 из 16, мы встречаем и первое прилагательное. Всего их в тексте два. Инмовель – неподвижный, недвижимый камень. В последнем, четвертом катрене происходит синтез, подводится итог метаморфоз и взаимодействий. Uno es otro y es ninguno. One is the other and is neither. В русском переводе сказано нечто совершенно другое. Имена – agua, piedra, viento, которые, как в заклинании, повторяются пасом, оказываются пустыми – vacíos, entre sus nombres vacíos. Вот второе и последнее прилагательное в тексте. Элементы рассеиваются, исчезают, становятся ничем. В этих 16 строках поэтическая физика Октавио Пасса становится от строки к строке поэтической метафизикой, говорит о сверхчувственном, о принципе и начале бытия. Вода и камень соединяются благодаря своему несходству, ведь сравнение на базе несходства столь же естественно для поэтического языка, как сравнение на базе сходства. В завершение мне хочется сказать, что камень, живой камень в его взаимодействии с другими стихиями в поэзии Латинской Америки имеет, как показывают поиски, особый статус. И у самого Октавио Пасса есть поэма «La piedra de sol» – «Солнечный камень», где центральный образ восходит к ацтекскому солнечному календарю, а вся поэма построена на контрапункте вечного и приходящего. Вся история Латинской Америки, новой культуры, построенной на старом каменном утраченном фундаменте, естественно, вызывает эту, оживляет эту, эту метафору. Пабло Неруда, великий поэт, другой великий, совершенно неизвестный у нас, никарагуанец Альфонсо Кортес и другие прекрасные, талантливые поэты обращаются к этой точке пересечения времени и пространства. Спасибо. Почему этот доклад называется «Превращение»? Ну, потому что «uno es otro y es ninguno». Потому что одно, другое и что? И ничто. Это такой, в строфе. Это четвертая строка. Значит, это вывод. Четвертая. Вот четвертая строфа, простите, первая строка. И одно, и то же. Это я сказала, русский перевод вообще не соответствует. Смотрите, да, лучше в английский. Русский перевод, по-моему, там... Есть какие-то неточности, значит... Да, я сказала, это из интернета, я просто взяла его, чтобы было, ну, какой-то ориентир, но поэтому есть и, ну, роспись. Ну, когда говорят, простите, одно есть другое, то это не превращение, а отождествление. Ну, отождествление, но... Смотрите, у нас выстраивается цепочка, да? У нас выстраивается... Я не знаю, можно... Может быть, мы... Не говорим, можно не говорить, что это метаморфоза. Да, можно говорить, что они все взаимодействуют и вместе исчезают. Тут да? Все втроем. Идеальное описание основных элементов неживой природы. Воздух, вода и камень. Да. Тоже, собственно, творение человека. И... описание их взаимодействия, но не превращение. Да, вот я сейчас внимательно прочту. Я с вами не соглашусь, потому что у нас каждая стихия от строфы к строфе меняет свою сущность. Ну, сущность, а действие она меняет. Сначала камень – это у нас преграда для ветра. Потом он превращается в резервуар для воды. Он не превращается. Почему? Камень – бокал для воды. Дальше.
Дальше мы то есть мы видим, что камень оказывается одушевленный и замолчавший стихии и так далее. Если бы мы каждую из этих стихий рассматривали в этой последовательности, можно было бы попробовать говорить о том, что стихия от строфы к строфе претерпевает превращение. Это мой взгляд. Не вижу превращения нигде, вижу описание очень точное разных свойств вот этих трех элементов. Взаимовращение, давайте вращение, давайте не превращение, а вращение. Да, вращение элементов. Это несколько друг, то есть это не менее интересно, но это другое. Теперь я не знаю, но между их именами пусто. Это же не точный перевод. Да. Поэтому я, когда говорила об этом, о последнем Катрене, я не ссылалась на русский перевод, потому что он крайне неточен в этом месте. Значит, пустые имена. Имена. Они не значат, потому что вот вы говорите, что они не превращаются, потому что они вступают в такое взаимодействие, что одно неотличимо от другого и отождествляются. И имя уже ничего не значит. Ну, то есть я могу ошибаться, но мне кажется, тут не превращение, а описание, отождествление, описание свойств. Каждого, не знаю, могу ошибаться. Тут, конечно, что насчет резервуара, что выточил камень, да, пицца выточил камень. Да. Только это я могу отдаленно к превращению. А так мне, то есть мне показалось, оно действительно построено несколько на другом. Это описание мира, как он есть. Ну, может быть, я ошибаюсь. Говорила об этом тоже, по-моему. Я, по-моему, говорила об этом. Да, но не привет. Я начала с того, что почему это называется превращение. Давайте назовем вращение. Вы не соглашаетесь. Как я могу не согласиться с Татьяной Владимировной? Нет, соглашаюсь. Это какое время глагола? Это пресенты, настоящие. Да, это настоящее время. А почему вы переводите совершенным видом? Или да, я это сказала, потому что тут у нас «се», вот это «се», оно... Это... Но «се» вы говорите, что это для типус хитикус. Я сказала, что у этой глагольной формы может быть две интерпретации. Это можно воспринимать как дативу этику, да? Это одна возможность. И она нравится мне меньше в этом контексте, потому что это звучит примерно так. Это разговорное «се» такое. А камень молчит себе такой. Нет, молчит такой себе. Вот так. Ну да, помалкивает. Помалкивает. Да. Мне плохо звучит. Второе значение – инхоативное. То есть замолкает. У нас это как начинание действия. По-русски мы... Только так можем перевести начинательное значение. Именно, да, возврат глагола «се». Когда инхуатив в испанском в настоящем времени, то это очень короткий, максимально короткий промежуток времени. Вот так. Но ему предшествует другое состояние. Да, это «се» показывает. Много таких глаголов. «Се» — это местоимение? Его нельзя называть возвратным местоимением, хотя оно совпадает с возвратным местоимением. Лингвисты пишут просто вот «се», передающее значение начинательности. Где-то я видела «энклитика» просто писали. Ой, «проклитика» в смысле. То есть, ну, это ничего не говорит, что мы сказали, что это «проклитика». Ну, а вам кажется, какое значение более... Мне кажется, что с дативусом этикусом более логично. Но в то время, как они поют и бормочут там, он помалкивает.
Значит, он же не говорил, если замолкает, значит... Нет, мне вообще вот «скаяр» не очень хорошо звучит. И я спрашивала у носителей испанского языка про эту строку. И было мне сказано, что то есть тот человек, которого я спрашивала, он тоже воспринял это как инхуатив, то есть как начинательное. Он замолчал. Но потом, когда я спросила, не может ли это быть... эти формы переводят, и на русский язык очень часто инхуатив переводят прошедшим временем. Я не думаю, что это проблема. Да, он замолкает. Если когда я спросила, не может ли это быть дательный, да, как по-русски сказать, этический, он сказал, да, вообще можно и так прочесть. То есть эта строка может интерпретироваться и так, и так. Мне нравится, так как мы занимаемся живым камнем, конечно, нравится больше инхуатив. Но тогда вся логика нарушает, Саша. Да, мне не вижу. Почему не будут говорить до этого? Все вместе трое говорят. В какой-то момент раз, они... Вот, да, а можно на секундочку? Мы тут с Леолетовной обратили внимание на 30 штрафов, и Лео отметила, что действительно здесь идет понижение звука, ветер поет, вода дальше шепчет, а камень замолкает, предполагается, что он участвовал в этом диалоге и сошел на нет, как последний его участник. Это вполне возможно, да. Как сказала, кстати, Наталья Витальевна, и даже камень молчит, это тоже не он нем, так что можно да, так что мы можем обе интерпретации оставить. Формальное замечание тоже такое сказать, да. Свой креатив, мне кажется, подходит просто формально больше, потому что нативус этикус, да, употребляется при глаголах в безличных формах в основном. Нет, в испанском очень часто употребляется, да, это просто очень распространено, но особенно в разговорной речи. Натив